Будет прямо? Да. Громко, когда вот. Дима! Все готово? Да. Отлично, можно прыгать. Давай счет. Окей. Ready, set, go! Че, че? Да, пройди. Да, что-то как-то трудновато. Ну, надо полетать. И в середине как-то смотри. Ты пришли в горбцев. В горбцев, ага. Ты кормил первый. Ну, извини, немного просто пейчера. Че, че, че? Что у тебя ударил меня? А, блядь, нихуя как живут, нахуй, сука. Пизда вообще. Так, а что, мы систему отправляем уже, да? Не знаю, ничего не говорили. Да, мы систему снимаем, систему. А, блядь, ебать, как живут-то, а? Ебаться трактор нахуй. Не заметил вообще. Ебать. Вы продолжили? Не знаю. Нет. Что-то было.
Thank you.
Вязку на хуя оставили. Конечно, блин. Брат, надо передать, чтобы они перебрали это. Сука, блядь, натяни! Пытаются жрали нахуй. Пиздец. Ебаный ваш парашют, блядь. Да хоть кто-нибудь не сказал, блядь, что тут делается вообще. Ебу, блядь. Надо только орать гораздо. Там все сложено, за нижний самый цепляешь, а репик цепляется с той стороны. Ну, на него, конечно, болты еще накручиваются. Что накручивается? А? Что накручивается? Вот это футболка, потому что бухта с репиком, она на ней. Да, вот это. Ну, блядь, ну, контрактно. Сидят нахуй, никто снимать видео не хочет. Все, да? На все, да? На все,
жрать. Одевай! Кто-то заходит, что ты пиздец. Комары. Ты подошел, что ли? О, а ты что там? Только подошел? Ты там вот... Я только подошел, блядь. Ты объяснил вообще, что там как делается, нахуй. Блядь, вы вдвоем с Вовчиком останетесь. Парашюты не прискладывали. Ну потому что, блядь, все сидят, нихуя не делают. Я сейчас еду, кто, блядь, будет? Мы будем делать. Мы будем делать. Вот ты есть, когда и будем делать. А пока ебать по полной. Что? Да блин, мы с ним так разговариваем. Вот зачем? Зачем лезть? Не лезь разговор, блядь. Видишь, понятно, что ты не стреляла. Ничего. А что, тебе сказали одеваться? Так гринешь по лесу с Владом. Я тоже должен был. Там народу до хера. Да? Что ты как все? Ну спроси тогда. Ты же нас разбудил из-за чего? Чтобы это? Думай сам. Я просто бы еще посидел. Ты должен иметь собственное мнение. Зачем ты нас слушаешь? Ты самое главное, когда наверх полезешь, говорю, если ты головой прислонишься к железной лестнице, которая холодная, такая приятная, не думай за хуй. Я раза три чуть не выжил. Я не помню, хочу. Ну так, если вы со вчера ждете, то надевайся. Серьезно? Ну все равно сегодня не пройдет. Ага. Сегодня не пройдет. А сколько там едет? Трое или четыре? Ага. Не допускается. Хорошо. Даже с глазом что? Нет. Как повредил? Да, один уебок микрофрудер организовал. Травмоопасный. Да, блин. Мы только начинали. 90. Полёв был на юг. Да не надо. Не, знаешь вот, когда залазишь, есть такой мандраж, я прям мандражировал, стоял. Когда уже стегнули, вышел, ну и все как-то есть, все нормально. А у меня вот, сколько прыгал, ну никогда, когда становишься, никогда не было палева. А тут что-то встал, такой смотрю вниз, а все такое маленькое. Google Maps. Ну, что-нибудь в Ты блин заебал нахуй, там сейчас память закончится. Значит, я неудобно. Так Бейвер подписывал? Бейвер, да, вчера еще. Ой, ты еще здесь. А там сейчас Бейверов я оставлю. У тебя памяти не больно далеко. Пиздец. Сделай, пожалуйста, мне руку не брать. Вчера еще глаз нахуй. Веди пароль. Веди пароль. Чего, мне ноги подыскали? Веди пароль, пожалуйста. Движение прямо. Я в суд тебя не подам. А я хочу узнать, сколько у него памяти. Мы замели дело. Что это нахуй, блядь, ты смотришь, нет?